И снова здрасте. Как и обещал, новинка из Франции. Бритва производства Мале Версаль имеет травление на полотне Перль де Франс. Иными словами, жемчужина Франции. Вот это родная геометрия, вот так слегка, я бы даже сказал, задорно вздернутый носик, скошенная часть к обушку, вот такие вот фасочки, ну и естественно файлворк, вот такая резная спина, роскошная. По непроверенным данным, данная бритва, как и большинство бритв, отличительным знаком которых являются вот такие украшательства, выполнена из шеффилдской стали. Оно и в заточке слышится, и видится, и даже по цвету шлама. Даже несмотря на то, что здесь об этом никакого упоминания нет, тем не менее, 10 из 10, что сталь. Она даже по звуку, обратите внимание. Звонкая. Сталь здесь английская. Единственное, вот здесь, в родной оправе, имеем вот такую трещинку. Но я с ней ничего не делал, поскольку система на три пина в данном случае в оправе. Соответственно, при должном уходе будет служить и служить. Заточилось легко и просто, никаких трудностей не возникло. Ну и брить должна соответственно. Легко и просто. Итак, вашему вниманию, жемчужина Франции. Доступна к заказам, а точнее, в общем-то, любой желающий может ее приобрести. Цена вопроса $50. На этом пока все. Спасибо за внимание и до скорых встреч в эфире. Пока.